Беспорядки не утихают в Греции. Накануне на улице Салоников вновь вышли недовольные Преспанским соглашением. Документ, согласно которому Македония станет Северной Македонией, в пятницу ратифицировал парламент. Сотни участников акции собрались у парадного входа во дворец музыки, где должен был выступать президент Греции на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв Холокоста. Демонстранты попытались прорваться в концертный зал. Полиции пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Десятки участников митинга арестованы.